Всем привет, мои дорогие друзья и гости моего канала. Вы на семейном творческом канале Мисс Аля. И с вами Лёля Рукодельница. Сегодня понедельник, я начинаю новую вышивальную неделю. И на этой неделе я хочу поэкспериментировать. Хочу на протяжении этой недели отшивать один набор. Но, конечно же, у меня не получится отшивать именно один набор, так как я участвую в вышивальном марафоне. 100 дней до Нового года с работой Риоля «Звездная ночь». Поэтому на этой вышивальной неделе у меня будет два процесса. Но основной вот Риолис, да, та работа отшивается каждый день по часу. Час это не так много в течение дня. Ну, непрерывно час. То есть я сажусь и непрерывно целый час вышиваю эту работу. И решила попробовать повышивать один процессик, посмотреть, получится ли, вышивая этот процесс, завершить у меня его за эту вышивальную неделю. В принципе, осталось-то в принципе не так уж и много, поэтому, может быть, у меня и получится. А получится или нет, мы узнаем уже в воскресенье. Конечно, я буду снимать промежуточные какие-то итоги на неделе по этой работе, показывать вам, как оно у меня продвигается, вышиваю я или нет. Ну и буду показывать, чем я еще занимаюсь в течение вышивальной недели. Ну а сейчас пойду повышиваю Риолис острой приправы. Ну вот мои продвижения за понедельник. Пару часиков я буквально повышивала, может быть полтора часика. И довышивала вот эту вот часть всю полностью, добэкала здесь весь бэк сделала и перешла вот в эту область. Вышиваю вторую связку перчиков. У меня некоторых ниточек остается уже крайне мало. Посмотрите, номер 2 очень мало остается. Потом еще тут есть 18 номер, совсем чуть-чуть. Я боюсь, что мне номер 2 вообще не хватит, потому что по схеме он у меня еще участвует в бленде. То есть он у меня идет чистый вот такой крестик. А бленд это вот такие вот три точки. И как вы видите, здесь еще достаточное количество этих крестиков, а ниточки-то осталось всего ничего. Ну, буду как-то выкручиваться. А, нет, девчонки, в бленде у меня участвует тройка, а двойка не участвует в бленде. Двойка это вот такой вот значок X. В принципе, должно хватить. Надеюсь, что хватит. На понедельник хорошо поработала, как вы видите. Вот, девчонки, вот она связка вся. Вот она огромная, да, я ее доделала. Вот сейчас работаю над этой связкой. Вот лук мне останется. Делаю по ходу сразу бэк, чтобы потом долго за ним не сидеть. Так что, в принципе, если будет у меня хороший вышивальный темп, я буду вышивать каждый день, то... возможно, и получится финиш в конце недели. Сегодня я также утром час повышивала «Звездную ночь», отмарафонила с ней. Продолжаю свою вышивальную неделю. Немножко покажу вам обыденной жизни. Сейчас я занимаюсь готовкой. У меня 2 часа времени. В общем, здесь тушенка, совок, 2 банки. И картошечку порезала, поперчила, посолила. В духовку сейчас уберу. А еще сегодня буду готовить опять сосиски в тесте. Вот такие взяла я сосиски Стародворья. Сейчас пятерочки, они 2 по цене 1. Мы такие еще не пробовали. Надеюсь, они вкусные. Вот. Любим мы сосиски в тесте. В Светофоре я вчера купила тесто. Вместе со мной, как обычно, готовят мои коты, они вообще от меня не отходят, особенно если я что-то режу. Матильда и Цезик уже был ранее на ваших экранах. Мотька, Матюшка, вот так вот, вот так она попрошайничает, да, вот так лапкой. И Цезаря научила так делать, лапкой по столу, чтобы мама вкусняшку дала, да, доча? Да. Ладно, пойду готовить, еще сегодня надо повышивать немножко. И готовы мои сосисочки в тесте, посмотрите, какие румяные. Почему-то камера передает, что они такие более белесые, но они такие прям желтенькие, румяненькие получились. Вот так. Так что я не только вышиваю, но и готовлю, пеку пироги, как и все, наверное, девчонки-вышивальщицы.
Продолжаю вышивальную неделю. У меня сегодня четверг. И вот что у меня вышито по этой работе на данный этап. На данном этапе делаю для вас такое включение небольшое показать. Вчера я не вышивала. Сегодня еще, наверное, полчасика уделю этой работе и вечером сяду за Риоли «Звездную ночь» по марафону, потому что я вчера не марафонила, ну, как говорится, состояние здоровья не позволило, поэтому сегодня я за 2 дня отмарафоню, ну, постараюсь, по крайней мере. Сейчас проработаю, если мне хватит на это полчаса, вот эти вот полукрест, вот, и буду уже завершать листики и переходить в эту область на луковицы. Конечно, отшивать еще очень много, вот, посмотрите по схеме. И еще очень много бэка, осталось 3 дня вышивальных, поэтому я не уверена, что я закончу эту работу. Если, конечно, я вчера повышивала, может быть, и был бы такой шанс. Так что, наверное, мой эксперимент, к сожалению, не удастся. Но все равно я буду продолжать эксперимент на этой неделе вышивальный и буду продолжать отшивать этот один процесс. Ну, точнее, 2. И у меня уже закончился один номер цвета ниточки. Вот он, номер 7, как вы видите. Тютелька в тютельку хватило. Посмотрела по схеме, что его больше нигде нету. Слава богу, его хватило. Не очень я люблю, когда не хватает ниток. Но, как вы видите, вот тютелька в тютельку. Я не могу сказать, что я прям супер-пупер экономно вышиваю, но и не оставляю огромные какие-то хвосты. Но здесь перетяжечки такие, конечно, есть на обратной стороне. Ну и вот такая красота. Ладно, закруглюсь с болтовней. Меньше болтовни, больше дела, потому что у меня еще полчасика есть повышивать. Потом проверю у ребенка биологию, пересказ. И буду уже садиться за Риоли «Звездную ночь». Вот и подошла к концу моя экспериментальная неделя вышивальная. Сегодня воскресенье, я перед вами с отчетом по своим 2 процессам. Эта неделя у меня была экспериментальная, я отшивала 2 процесса, ну как бы один, но «Звездная ночь» отшивается у меня в марафоне каждый день по часу, это 7 часов в неделю. И посмотрите, какие шикарные продвижения у меня с левой стороны. Буквально по схеме осталось мне вот такой вот небольшой кусочек. Я тут себе делила так вот по примерно по строчкам, вот суббота, да, воскресенье, но дошила я вот где-то здесь вот на четверге. Но продвижение в этой работе хорошее. И сейчас покажу вам еще один процесс, с которым я была на этой вышивальной неделе. Вот перед вами папочка с моим процессом. Я для себя на эту неделю сделала такой эксперимент, отшивать один процесс. Но повторюсь, что «Звездную ночь» я не считала. В общем-то, отшивалось у меня 2 процесса вместо 5. Мне было интересно, смогу ли я завершить работу, если буду уделять время только ей. Где-то в четверг я уже поняла, что моя неделя эксперимент вышивальный складывается не очень благополучно, и думала, что я, наверное, все-таки провалю этот эксперимент. Но в воскресенье я дала жару. Я дала жару и довышивала процесс. Так что, девчонки, у меня финиш. У меня финиш в работе Риоли с острой приправой, размер 30x24. Я не буду сейчас подробно все рассказывать. Она у меня еще не отглажена, не отпарена, буквально вот из-под иголки. Будет отдельное видео на обзор готовой работы, где я вам все расскажу и по материалам, и по остаткам ниток. Ну, в общем, как всегда, я делаю отдельный обзор на набор, когда я начинаю этот процесс, и отдельный обзор на готовую работу тоже обязательно снимаю. Вот она моя великолепная, шикарная работа, только-только из-под иголочки. Все я выполнила, дала жару и вышила весь вот этот вот, всю вот эту деталь на этой работе. Связку лука, сделала бэк здесь в перчиках. Также дошила здесь немножко зелень, у меня было не дошито. И бэк сделала немножечко вот на крючочке и на вешалке. Сделала также мешочек, я его приклеила и пришила. А потом думаю, мне же ее еще стирать. Ну ладно, не,
очень так аккуратненько постираю. Сюда нужно было вкладывать перец. У меня перца не оказалось. Я вложила туда ниточки. Ну, вот эти вот остатки ниток просто вложила, и все. Работа, как вы видите, яркая, сочная, шикарная. Но не будем на ней долго останавливаться, потому что она еще в таком непрезентабельном виде, как вы видите. Повторю, что на нее будет отдельный обзор на готовую работу, а также, скорее всего, будет отдельное видео о оформлении этой работы, потому что оформить я ее хочу оригинально в прикладную вещичку. Но для этого мне еще нужно подкупить кое-какие детали. Вот такая вот у меня получилась экспериментальная вышивальная неделя. Мой эксперимент удался, у меня минус один процесс получается, и чему я очень рада. Финишировала. Не знаю, будет ли новый старт. Нет, новый старт будет, да, но это будет мини такая работка. Так что я очень довольна. Очень я довольна, что у меня все получилось. На этом я буду с вами прощаться. Всем пока-пока. До новых встреч, до новых видео. Завтра в понедельник начну уже снимать для вас новую вышивальную неделю. Еще пока не знаю, какая она будет, что я буду на ней вышивать, но Риоли «Звездную ночь» это 100%, вот, ну и, наверное, займусь ирисами, я очень по ним соскучилась. Пока-пока, до новых встреч!